Ребят, всем привет! Очередной обзорчик от Fix Price, товарчиков, которые мы там купили, для того, чтобы протестировать и показать вам, стоит ли их покупать, не стоит, соответствуют ли они тому, что описано на упаковке. У нас есть детские товарчики, есть взрослые. Начнем, наверное, с самых таких простых бытовых, а потом переключимся на те, где нужно поэкспериментировать, что-то засыпать, поджигать, рисовать, в общем, и так далее. Значит, начнем мы с обычного ножа, который муж купил себе. Ну, они, наверное, есть везде, его особо ты не обсмотришь, но продаются. Цена на такой ножик, возможно, он будет просто дешевле, чем в другом месте. 80 рублей всего лишь. Вот на такой нож уже с лезвиями, с набором. В любом случае, это дешевле, чем в канцелярских товарах. Конечно. Поэтому давай посмотрим, отличается ли он чем-то от обычных ножей, которые в других местах мы покупаем. Возможно, он сейчас просто будет сломан и не будет выдвигаться. Ну, все то же самое. По качеству я же не сказала, что прям сильно там уступает. Лезвие. Ну, все как положено. И в наборе еще здесь идет... Десяток должен быть. Наверное, три штуки. Да? Ага, запасное одно лезвие. Нету десятка. Одно лезвие запасное. Одно? Да, ну, да. А, нет. Три. Три. Они такие тоненькие, слиплись. Аккуратно, аккуратно не порежься. Слиплись в одно, они в смазке какой-то просто идут. Они как будто бы... Ой, они очень острые, я скажу так. Кладу, чтобы мы до конца с вами обзор успели провести с непорезанными моими руками. Три лезвия, да, три штуки с запасными лезвиями. Ну, хорошая цена. Поэтому муж себе сделал такой подарочек. Значит, второй момент, самое простое, это тетрадки. Тоже цена на них очень классная. В канцмагазинах я знаю, какая цена на такие тетради. От где-то 130 рублей и больше. За эти тетрадки мы отдали, мы когда их увидели, сразу же их взяли. 96 листов по 80 рублей одна. Мы взяли 5 штучек, одну я уже завела себе под англоязычный словарь. И вот такую я себе завела. И вот такие мы взяли. Давайте посмотрим, какие они снаружи красивые. 4 вида там было. И внутри качественные листочки, не тоненькие, не серые, довольно такие. Потому что мы когда сначала увидели цену и тетрадку, я думаю, да ладно, знаете, некачественная будет тетрадка. 80 рублей штук с тетрадки будет. Такие желтые листочки иногда, но тут довольно такие красивые тетради, хорошего качества, все одинаковые. Вот такая, вот эта прикольная и вот эта прикольная. Прям очень понравились нам. Ну, взяли, может, кому из детей, где нужно будет завести, для какого-то там словаря или еще куда. Вот такие 4 тетрадки взяли красивые. Поэтому, если вы любите Fix Price, вам нужны тетрадки, добро пожаловать. Вы там это найдете. И, так, наверное, вот это возьмем. Пока что без участия детей, то, что посмотрим, а потом то, что с участием детей. Увидели и сразу забрали 3 последние пачечки. Кедровые леденцы с медом и прополисом. Плюс лимон для горла и иммунитета. Вот существуют вот такие вот конфетки разные сейчас делают. Они вот такие. Без красителей, без разных, без ничего, просто. Еще у них были ментоловые, там в Fix Price есть еще с ментолом. Но ментол там очень такой ядерно, насколько я помню, мы когда-то брали, но вот сейчас не взяли. Надо было, наверное, взять, в следующий раз возьму, попробуем, чтобы попробовать и сказать точно наверняка. Но вот эти вот конфетки идут. Леденцы содержат натуральные природные компоненты, живицу кедра, прополис и мед. Значит, состав: сахар, патока крахмальная, мед натуральный, кедровое масло, кедровая живица, прополис, лимонная кислота, аскорбиновая кислота и ароматизатор натуральный, масло лимона. Все. Ну, то есть ничего плохого у них нет. Очень такие прикольные. Мы прям сразу их взяли. Болит горло где-то. Ну, приятно ребеночку, да, дать такую сладкую таблеточку. Знаете, сладкая пилюлька. Полезная. Ну, и не только ребеночку, и себе. Поэтому взяли вот такие 3 пачечки. Так они выглядят. Радоград. Производитель. Дели Натурал. Ну, короче, вот если будем видеть, такие будем еще брать. В следующий раз, наверное, возьмем, попробуем. Давайте так, к концу видео мы попробуем конфетки. Кому-то дадим на пробу и скажем, сильно они сладкие или такие чуть-чуть сладкие. Еще о них к концу видео выслушайте от нас отзыв. Что-то мы не подумали до съемки видео взять, просто попробовать их. И... Следующее. Давайте порадуем детишек. Не удержались. Увидели вот такие вот в игрушках накидки дракончик. У нас дети очень любят, когда играют в какие-то игры. Они любят какие-то плащи. Знаете, дети, особенно мальчишки, любят плащи разные себе делать. И я когда увидела, говорю, о, нашим младшеньким двоим будет просто класс. Без понятия, какой размер. Длина накидок 80 сантиметров, один размер. Ну, то есть он безразмерный, так сказать. Подходит, значит, берете. Не подходит, не берете. И они идут 3 цветов. Вот такой зеленый, как мы взяли, как дракон.
вот такой зеленый, синий и был еще фиолетовый. Фиолетовый он, ну, короче, мы не брали фиолетовый. Вот такой цвет, как этот. Да-да-да. Вот да-да-да, еще. Нам синий показался более красивым, чем фиолетовый. Ну, вот в трех цветах. Значит, цена за такую накидочку, сейчас сразу скажу. Так. 200 рублей. Ну, и мне интересно материал. Там мы не пробовали в магазине. Стоит он того, не стоит. Быстро ли? Ой, смотрите, какая большая. Не бумага, не? Не бумага. Ну, сейчас я скажу. Ну, хорошенький материал. Синтетика, понятно. Не розета. Ну, если там чем-то ее подергать, конечно, но довольно-таки прочный. Ну, не бумажная. И вот такая накидочка. Ой, какая, смотрите, красавица. Сейчас да. Мы наших ребят порадуем. Сейчас я вторую открою. Позовем. Тём, позови, пожалуйста, Борю и Сашу. Где они здесь? Боря, Саша. Я тут. А ну-ка. Боря. Боря! Я сейчас его покажу. А где Боря? Давай, зови Боря. Сверху. Вот так зеленая выглядит накидочка. Класс. Боречка. Ты знаете, я довольна. Я боялась, что откроем, а там будет что-то такое, знаете, фу-фу. А они довольно-таки красивые, классные, спасибо. Такие яркие. Иди сюда. Спасибо. Какой выбираешь? Пожалуйста. А ну надевай. А ну иди сюда. Иди. Спасибо, мам. Пожалуйста, иди сюда. Пожалуйста, давай покажитесь. Сашенька, одевайся. Я сейчас тут оденусь. Не-не-не, вот тут ручек нету, вот так просто раз. Ручек нету? Просто. Нету ручек, нету. Смотри. Саша, Саша, просто на голову набрасываешь. Смотри, вот так вот. И все. Ты что ты? Да. Все. Ты как привидение. Ты как привидение? Да. Я тетя. А ну иди покажись. А ну покажись папе. Через эти штучки видно все. Да. Не, ну это же не то, чтобы спрятаться, это просто какие-то вы играете там. Спасибо. Нравится? Да. Все, довольны? Да. Я туда отнесу. Ну, смотрите. Самое главное, что тут вот это не мешает. Не мешает, видеть? Что оно нормально, да? Оно прозрачное. Нет, я имею в виду, что оно классно. Все, а еще мы сейчас вам все покажем, пока мы сами расскажем, а потом вас позовем. А вы пока идите играйте на какие-то. Все, детям понравилось, что сказать. Классные штуки, мне нравятся. Так, то, что еще не касается детей, очень нас удивило. У нас еще вот это просто для детей, но это сейчас мы все пройдем, потом вот к этому вернемся. Свеча в гранулах. Я когда увидела, не поняла, как это свечка в гранулах. Короче, вот такие свечки, впервые в жизни такое вижу. Способ применения в подходящую емкость. Вот мы взяли с вами емкость. Подсвечник или стакан, насыпьте гранулы, вставьте фильтр, свеча готова. Что-то у меня мало, как это сказать? Не фильтр, мало... а фитиль. Фитиль. А, я фильтр сказала? Ага. Фитиль. Мало веры в то, что оно будет гореть. Ну почему? Ну как гранулы? Ну что за ерунда, знаете? Я прям взяла, мне так стало интересно. Говорю, Борь, давай попробуем. Так что давайте сейчас мы с вами вместе посмотрим. Вообще реально будет гореть? А, и давайте сначала состав посмотрим. Так, из одного пакета можно сделать несколько свечей. Из нескольких пакетов можно сделать одну большую свечу. Кстати, там они были разноцветные. Мы взяли белый, а там были розовые, фиолетовые, желтые, оранжевые. В общем, разных-разных цветов. Можно прям взять высокий стакан, например, насыпать слоями, цветами. Ну, в общем, поиграться можно в этом плане. Какие-то романтические свечи поделать. Сочетая разные цвета, можно дать по воле фантазии выполнить индивидуальные дизайнерские решения. Вот о чем я говорю. В широкой емкости можете вставить несколько фитилей, нарезать фитиль на отрезки необходимой длины. Время горения регулируется длиной фитиля из расчета 1 см фитиля до 1,5 часов горения. 1 см 1,5 часа? Это что за свечка чудо такая? А стоит? А стоит, сейчас скажу. После тушения свечи дайте воску остыть, затем удалите огарок. А это воск, в сыпучем состоянии воск. Вообще ничего не понимаю. Так, ну, беречь от детей, понятно. А затем, смотрите, оставшиеся гранулы можно использовать повторно. Так, все, состав. Стеарин, красящий пигмент. То есть вот это стеарин, без красящего пигмента. Но стеарин это этот. Что такое стеарин? Как же она называется? В комплекте идет. Типа парафина, но это походная нефть. Стеарин же это не этот, не воск. Так, а что-то я не понял. Вот это что такое? Вот это фитиль, правильно? Да, наверное. Фитиль. А это а он, наверное, вот эта штука. А наверное, вот это что? Наверное, вот этот фитиль был туда, в ту сторону, не? Вот так в емкость? Нет, вот так он был. Вот так был. Не
На ту сторону. Вот так был фитиль. Не знаю. Но здесь же говорится, что можно отрезать фитиль вообще по инструкции. Так, что там мы давайте вместе разбираться. По инструкции. Минимальная 6 сантиметров. Есть у нас минимум 6? Ну, примерно. Максимальная, минимальная 4 сантиметра. Есть высота? 4. Значит, над фитиль над этим должен быть и 0,5 сантиметров. Вставьте фитиль. И свеча готова. Но здесь не написано, что должен фитиль быть. Вот это я не могу понять. Может, оно слежалось? Наверное. Да, это вот этот парафин слежался. Потому что, это, смотри, гранулы. Гранулы. А вот это фитиль, который шел. Все, вот фитиль. Потому что вот это гранулы. Ну, я их сюда высыпала. Давайте вставим фитиль. Вот так, как раз он хорошо над этим. Видишь? Высыпаем. Посерединке его держи. Угу. Ой, ребят, мне так интересно. Класс, вообще необычно так. Высыпаем. А пахнет-то он парафином? Ты туда прячь его, чтобы не обрезать. Меньше, да, чтобы не обрезать. Давай мы его сейчас... О, смотри, как хорошо. Угу. Так, сейчас мы с вами тут эксперимент устроим полный. Ну что? Готовы зажигать? Так сколько стоит? Так, стоит 100 рублей, 99 рублей. Это не так-то и много. И сейчас мы с вами вместе посмотрим вообще, что это за штучка и чем ее едят. Мне прям самой очень стало интересно. 1.5 сантиметра, 1.5 часа. Да, парафин, посмотри, начинает плавиться вокруг. Ну, не видно, плохо видно. И начинает подаваться в фитиль. Вот он расплавляется. И получается, расплавляется только та часть, которая касается фитиль. И если, например, купить вот это средство и купить фитиль просто даже отдельно, то можно использовать его очень долго, потому что вся свечка не плавится, а подается к фитилю только вот то, что касается его. А ну, давай, секундочку, я сейчас свет выключу. О! Вот так будет хорошо видно. Красиво, видите? Не видно. Ну, сейчас я возьму спичкой и покажу жидкое. Вот, водичка. Не видно. Нам не видно. Глаз видит. Вам не видно, а фотоаппарат красиво. Не передает. Я скажу так, работает и прикольная штука. Это парафин гранула. Вообще, очень-очень, я очень довольна, честно. Туши. Не ожидала, что такое есть. Так, все. Все, она сама сейчас запахнет. Парафин просто... То есть, ребята, очень классно. Многоразовая свечка. Можно пересыпать, делать комбинации, высыпать обратно, удалять этот воск, а можно вот так и оставить. Так, мы солянку превратили в свечку. Теперь даже жалко высыпать. Классная свечка. Высыпай прямо туда, в эту, с фитилем совсем. Мне нравится, нужно еще купить. Ну, возьмем. Пару пачечек, очень удобно, я скажу. Очень классная штука. Заценила я. Вообще, мне понравилось. Сейчас давайте так, мы сейчас все уберем. Попробуем леденцы. Наведем немножко здесь порядок. Позовем ребят и проэкспериментируем проектор для рисования. Если у вас есть детки, обязательно досмотрите видео до конца. Сейчас у нас Максимка, Сашунька попробуют с этим проектором поработать. Максимка или Боря, Сашунька? Борюсик и Сашуня. Вот, поэтому оставайтесь, сейчас мы уберемся и продолжим с вами. Мы уже позвали Сашуню, и до того, как мы перейдем к проектору, мы попробовали конфеты. Реально такие классные. В меру сладкие. Сладкость еле-еле, то есть сахара здесь не очень много. Чувствуется горечь прополиса и горечь такая, знаете, цедры лимона. Вот когда лимон, вот, ну, горький. Как это правильно, там масло лимона, да, или что такое, Борь? Mm-hmm. Вот, как передай правильно, как с чем ассоциация-то? Они, знаете, приятные, но при этом лечебные. Вот ты понимаешь, что ты кушаешь лечебную таблеточку, но она приятная. Вообще, нам понравилось, очень классно, поэтому рекомендуем. И, значит, давайте поговорим о цене. Стоит этот проектор 300 рублей. Честно скажу, не знаю, насколько он практичен, просто я увидела, мне очень захотелось взять. Главное теперь не сломать, пока будем снимать. Давай мы попробуем его собрать, Саша, с тобой. И посмотрим, насколько он вообще, ну, как бы детям интересен. Работает так, как показано и так далее. Сама идея – это проект для рисования.
мы выбираем картинку и раскрашиваем свое творение. То есть проектор передает картинку на листок бумаги, а ребенок уже на бумаге перерисовывает, разукрашивает и так далее. Как, знаете, такая помощь детям, которые не умеют рисовать, типа раскраски, но ты как бы сам творишь это все на бумаге. Так. Это что за... Ага, батарейки. Нужны батарейки. О, тут еще и высоту можно регулировать. То есть мы регулируем высоту. Очень сильно похоже на увеличитель времен СССР. Наверное. Вот здесь тоже что-то. Так. Батарейки. Тёмочка, батарейки. Разобрались, ставили батарейки. Идут три маленькие пальчика в батарейке. Три АА. Получается. Да. АА, да? А-а-а. Мини-пальчик, короче, его еще называют. Значит, в комплекте идет наборчики с рисунками, 4 штуки. Для них есть места, где хранить, чтобы не потерялись, это очень классно. Все, наконец-то мы разобрались. Вот это у нас регулировка точности. Резкость. Резкости. Это, у нас, это типа, знаете этого, посмотрите, какая красота. Подожди, сейчас мы тебе резкость подкрутим. Сейчас, резко, так. О, более-менее резко. Вы посмотрите, какая красота. А теперь рисуй, Саша. И теперь ребенок может рисовать, разукрашивать. Нравится, Саша? Да. А какие тут еще есть? Ну, я хочу вот это рисовать. Не спеши, не спеши. Вообще, нам так понравилось. Тут главное, пока он рисует, можешь на меня направить, вот в эту штуку очень важно правильно вставить, потому что, когда мы первый раз вставили неправильно, вот этот кружочек был аж вот здесь. Ну, то есть он неправильно стоит. В общем, работает, потому что сначала разочаровались. Такие раз ставили, что-то не то, вообще не показывает. Как-то не так. А сейчас в восторге. Потом Сашуня дорисует свое, а я сейчас покажу, какие здесь еще есть. Принцесска. Улиточка. Можно ровненько. Дельфинчик. Звездочки. Слушайте, мне нравится. Краб. Крабик. А сколько их тут есть? Так, а теперь давайте другие посмотрим. Так, это у нас следующая пластиночка с рисунками. Здесь у нас видно животные. А, там морской мир. Здесь просто животные. Во! Здесь сухопутный. Не, ну вы посмотрите, какая красота. Новый опять крупышок. Класс! А здесь у нас пошли фрукты. Класс! Ребята, я в восторге! Борюсик, нравится? Да. Я хочу сейчас порисовать. Да. Порисовать хочешь, да, сейчас? Так, и последнее, это у нас оружие. Разные топоры, пистолеты, мечи. Булава, секира, лук, щит. Все, да? Да. Да что такое? Давай, а что ты хочешь порисовать? Давай ты, только я листочек хочу. Другой принеси, потому что здесь, у нас Саша начал рисовать. Давай тебе другой листочек возьмем. Да, я хочу. Что будешь рисовать? Фрукты. Фрукты? Сейчас. Давай фрукты. Тут еще одна штучка, мы хитрость увидели. Можно делать, смотрите, большая груша. Покажи, Борь. Угу. Так, сейчас, четкость наставлю. Вот, большая груша. А теперь смотрите, какая она становится. Маленькая груша. Я что ты сделала, показывай. А я поднимаешь, опускаешь, оно делается больше, меньше. Чем выше стоит проектор, тем больше фрукт. Подожди, а тебе большой фрукт сделать, средний или маленький? Какой будешь рисовать? Большой? Нет. Маленький? Средний. Средний, значит на серединку опускаем. Все, средний. Так, выровняли, подожди, теперь мы настраиваем тебе резкость, чтобы было хорошо, грушу видно. Сейчас, подожди. О, самая большая, самая хорошая резкость. Все, рисуй. В общем, ребят, очень понравился, очень рекомендую. 300 рублей. Шикарно, на подарок. Это вот сейчас, ребят, ну, реально детям в новинку. Особенно, знаете, раньше мы проекторы смотрели, все. Ну, у нас в детстве тоже такого не было. Мы под копирку рисовали, все. Ну, очень классная штука. Я как родитель заценила, мои дети заценили. Нравится? Хотел бы, чтобы у каждого ребенка вот такое было? Если бы были бесконечные деньги, то да. Нет, ну я имею в виду, пожелал бы ты каждому ребенку такой на подарок. Все, спасибо. Дети заценили. Пожалуйста. Игрушка проекта нарисовать. Давайте я почитаю здесь о ней. Play Game, производитель Play Game 3+.
Ну, правильно, вот 4, уже классно рисует. Покажи. Дальше, вот так вот она выглядит. Угу. Значит, что здесь про... В наборе 32 картинки. 4 диска, правильно. Все, больше все. А, и показанные тоже, какие идут картинки прямо на пачке. С этой стороны все картинки показаны. Вот не надо. Надеюсь, вам обзорчик был полезен. Ребята, пускай рисуют. Где ты там нарисовал? Давай, а ты, тебе нужно дорисовать эту игрушку. Зачем же ты начал ее? А глазки, ротик, давай, носик. Глазки, ротик, давай. А можно потом разукрасить так же, как здесь. Потом подсматривать, какой здесь. А ну нарисуй. Смотри, сразу художником стал. Я эмоции перезашкаливаю. Это реально классная штука. Поэтому, все, ссылочку на фикс-прайс оставим в описании видео. Можно онлайн покупать, можно. Мы любим в магазинах, когда можно пощупать, почитать, посмотреть. Иногда даже мы открываем, что-то вытаскиваем, смотрим вообще, нормально или нет, если сомневаемся. Надеемся, обзорчик был полезен. Радуйте своих деток, радуйте себя. Пока-пока, ребят, до новых обзорчиков.